Здравствуйте, это КФХ Герифорд. После нашего последнего видео, которое мы снимали по поводу ячменя, посеянного с низкой нормой высева, я там сказал пару слов о том, что мы выкупили земельный участок, ранее арендованный у государства, и поступили вопросы, как это происходит и как это делается. Это вопрос такой простой, я постараюсь на него быстро ответить. Значит, самое главное, это получить в аренду земельный участок из земель муниципальных, которые находятся в собственности муниципальных властей, то есть властей района. Значит, этот процесс отдельный, мы про это уже снимали видео, то есть земли, которые находятся в распоряжении администрации, которые не используются, могут быть кадастрированы, могут быть получены фермерам по участвующим в программах господдержки или не участвующим в программах господдержки, как на торгах, так и без торгов. Это отдельная непростая тема, я ее затрагивать не буду. Но суть в чем, что если вы как фермерское хозяйство получили землю в аренду муниципальную, и эта аренда продлилась у вас более 3 лет, и при этом вы не нарушили условия договора аренды в части целевого использования земельного участка, в части оплаты, арендной платы, и все у вас в этом смысле, вы не нарушили условия договора арендного, который у вас был по этому земельному участку сельхозназначения, то вы имеете право выкупить этот земельный участок после 3 лет аренды по цене 30% от ее кадастровой стоимости. По истечении 6 лет аренды вы имеете право выкупить этот земельный участок по цене, составляющей 15% кадастровой стоимости. В каждой области существуют законы, которые регламентируют этот порядок. Например, относительно нашего земельного участка, который мы выкупали, вот имеется ссылка на статью 1 закона Тульской области номер 1679 ЗТО от 15 декабря 2011 года о регулировании отдельных вопросов определения цены земельных участков на территории Тульской области и их оплаты. И вот, рассмотрев мое заявление после истечения 3 лет аренды, которое мы написали, местные власти выдали вот такое постановление. Вот. Значит, и был проведен расчет выкупа земельного участка. Вот я вам его показываю. Можете остановить видео. Здесь ничего секретного нет. То есть 30% кадастровой стоимости, грубо говоря. Так вот, кадастровая стоимость этого участка была 227 700 рублей. 30% от этой суммы составляет 68 310 рублей. Вот эту сумму мы и заплатили государству по указанным реквизитам, и все. Значит, суть в том, что арендатор имеет право выкупа земли по такой стоимости. И здесь не объявляется никакой конкурс, ничего. Вы просто пишете заявление, что вы хотите выкупить его. Администрация готовит постановление, готовит расчет стоимости, дает вам платежные реквизиты, по которым надо оплатить, готовит договор купли-продажи, в котором является стороной, одной из сторон является администрация в лице комитета по управлению имуществом. А в другой стороне являетесь вы. Этот договор сдается на регистрацию перехода права собственности. Право собственности регистрируется на вас, и все. Вот. В данном случае предметом договора был земельный участок, который находится в пределах населенного пункта, но является вид разрешенного использования для сельхозпроизводства. Мы его арендовали, каждый год сеяли там культуры, кормовые культуры. Комиссия администрации выезжала, проверяла надлежащее использование этого участка, увидела, что мы там посеяли в этом году рожь, все, к нам вопросов нет, мы этот земельный участок выровняли, очистили от деревьев, и то есть, в принципе, привели в порядок, ну и теперь его вот выкупаем. Значит, сдали этот договор сейчас на регистрацию. В чем суть? В том, что таким образом фермер, реально работающий на земле, использующий землю для сельхозпроизводства, может получить в собственность эти земельные участки довольно дешево. И если у нас в российском законодательстве есть такое право,
которые я показал, согласно законов субъектов федерации, то надо им пользоваться. И это то, те крупинки льгот и, ну, не знаю, таких вот вещей, которые делают нашу жизнь более комфортной. Участок мы выкупили 9 гектаров, заплатили за него 68 тысяч рублей. Я считаю, это очень недорого. Вот. И прежде чем, вот, ну, мы часто ругаем власть, и есть за что ругать власть, наверное. Вот. Но я просто призываю вас больше пользоваться своими правами, больше думать, больше как бы искать и находить и в вопросах производственных, и в вопросах отношений с государством, вот, чем просто тупо критиковать, кричать, нервничать и так далее. Это мое глубокое убеждение, что на... Я сам очень, так сказать, легко возмущающийся человек. Меня очень возмущает, и я не люблю несправедливость, не люблю глупость в законах, не люблю глупость в поведении чиновников, которые не понимают места, на котором они сидят и для чего они там находятся. Но я понимаю, с другой стороны, что мое просто возмущение и там какой-то дикий вопль или там стук по столу или там ссора с кем-то из чиновников ничего хорошего не приведет. Поэтому это видео, которое мы сейчас записываем, это как раз для того, чтобы направить вас на то, чтобы вы пользовались своими законными правами и получали максимум того, что вы можете. Получение земли в собственность, вы понимаете, собственность – это собственность, аренда – это аренда. Не то, что нас обременяла арендная плата, просто мы стремимся надежно обеспечивать молоком наших покупателей и надежно смотреть завтрашний день. Мы полагаем, что собственность – это надежный взгляд, завтрашний день. Это мы уже эту землю будем облагораживать, строить к ней подходы, там ее можно использовать интересно, и мы это можем делать уже исходя из того, что мы будем собственниками. Чего я вам желаю, всего доброго, до свидания.